Всем привет, с вами Андрей, мы продолжаем шаттер 50 данжен. Остановились мы на том, что прошли сквозь адскую комнату. Товарищ разработчик нам в этом помог, он слишком много мобов накидал. Хотя у нас испытаний нету в данный момент, они нам недоступны. Но у нас слишком много мобов было, что крайне смешно. Но все же... Что могу сказать? У нас нет ХП, у нас нет возможности полечиться, поэтому нам прямо откровенно очень весело. Мы не знаем, свиток какой, поэтому будем надеяться на свитки. Нам дали сон. Спасибо! Нам жизненно необходим был сон. Мы в какой-то веке поспали. И на том спасибо. Нам цепь особо не пригодится, хотя все-таки лучше пускай стоит цепь. Я все-таки решил грейдить палочку. Потому что если слишком много народу будет, у нас хоть шанс выжить будет. Хотя бы минимальный, но все же. Палочку магической стрелы. Грейдим ее на максимальный возможный уровень, который нам доступен. Смотрим, у нас свободные места есть. Собираем все. У нас закончилось место в инвентаре. Такое бывает. У нас зачарование на вязкость, что в нашем случае прям необходимо. Так, выбрасываем. Хотя можно попробовать снарядить. У нас 14 сил, у нас как раз есть этот нутик. 14 сил, и как раз у нас одна ячейка освободится. Итак, наша задача по возможности убить ДМа, босс текущей локации. При этом желательно не откиснуть. В принципе, лук есть. Я думаю, нам лук немного поможет. То есть у нас еще книга есть в наличии, поэтому я надеюсь, что нам это немножко поможет. Ладно, к бою, как говорится. Посмотрим, что мы можем противопоставить ДМу. Отлично. Первую стадию из него выбили. Включаем скорость. Он сейчас включит газ, скорее всего, это ожидаемо. Наша задача просто подождать, пока пройдет газ. Смотрим, где наш любимый ДМ гуляет. Видим его. Он нас тоже должен был увидеть. Проблема в том, что мы стоим неудачно. Нам все равно на парализацию, потому что мы под защитой стен стоим. Мы выжидаем момент, чтобы ДМ от нас отошел. Благо он нас постоянно не преследует.
Ага, это у него за спиной. Ну что, неплохо, неплохо. Финальная стадия босса. Который очень любит включать гавы. Судя по наличию, по направлению ниточек, всем большое спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока.